travel on a scanner. It's Raps, Zilla TV, listen. Everybody live it like two twenties. Definitely winning, don't do losses. I'll be the boss, I'll show you what top notches. I'm coming hard every time, yeah, I promise. Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас новенькие. Это мастера пера, рэп-пера из Британии. Это Рэп-Зи и МС Лукас. Всем приятного просмотра. Ах да, у меня есть небольшое объявление. Буквально вчера я запустил свой второй канал, на котором я перевожу иностранные песни на русский язык. Скажу я я ослеплен огнем, я не смыкаю глаз, пока ее нет. Скажу я я ночью опьянен, и в этот миг я верю лишь тебе. Канал называется «Не кавер». Всех прошу подписаться и максимум поддержать. Всем приятного просмотра. Да-да, братва, мы снова в деле, еще не постарели. С вами Рэпс и мой кореш Лукас Адриан, поехала! И сегодня у нас Димаш, песня называется «Краун». Давайте сразу же качнем. Мы оба будем слушать Димаша в первый раз. Это будет вообще в первый раз, когда я делаю реакцию. Рэпс курсанул мне эту тему, и я такой: «Давай замутим, какой базар-вокзал?» В общем, это его первая реакция, братва. Так что черканите ему в комментах, как он вышел. Вот этот бит вообще в тему, хоть и он так бессмысленно повторяется. Это сделано специально, а так классный вайб. Это работает как ловушка. Я уже хочу знать, что будет дальше. Я хочу знать, что будет в продолжении этой песни. Да, то, как он вначале замутил с музыкой. В смысле, сама музыка и сами слова в начале. Меня сразу же это зацепило. Хороший голос, да, славный голос. Любовь — это терновый венец, так зачем терпеть эту боль? Это жиза, это истина, есть же? Не надо терпеть боль, парни. Это же, как ты сказал, терновый венец. Любовь – это самая больная боль. Это как кусты роз. И когда ты вступаешь на них, колючки впиваются очень быстро. Это относится к любой боли. Если ты терпишь любую боль, ты ее все равно не победишь. Нужно просто уметь отпустить. Потому что если держать боль в себе, это принесет больше вреда. Так что лучше отпустить, и все будет мазя. Грамотный посыл. Четкие слова. Тащусь от его голоса. У него удивительный голос. Как древняя статуя в музее. Вы знаете, что здесь самое безбашенное? Это то, как он исполняет и вниз, и вверх. И вообще делает это на расслабоне, без натуги и напряги. Его голос, высота его тона. Он может брать низкие ноты и высокие ноты. Вау. Ну чё тут базарить? В натуре красавчик, реально талант. И сама структура музыки у него потрясающая. Я вот что думаю, братва. Когда он стоит на этой сцене,
А сцена подразумевает тысячи людей вокруг. Там, наверное, такое давление. Хотя я не знаю, это сцена или это декорация для видео. Ну, это, походу, какой-то концерт. Более похоже на то, что идет какой-то концерт. И там, наверное, плюс-минус 6-7 тысяч зрителей. А это большое давление. Представь перед собой столько тысяч моргалок. И при этом он выполняет свою работу блестяще. Наполненный поворотами. Какой потрясающий свет. Я просто тащусь. Слова просто огонь. Зачем терпеть вот эту боль? Да не надо ничего терпеть. Всегда есть какой-то выход. Короче, до меня доперло. Воспоминания — это как виноградная лоза. Там так сказано. И что-то там про сожаление. Воспоминания — это то, что делает нас личностями. И когда у человека есть плохие воспоминания, они со временем превращаются в сожаление. И так как это сожаление живет у тебя в башке, ты пытаешься искоренить это сожаление из своего разума, то есть отпустить эту боль. И я думаю, все, что он хочет сказать через эту песню, не стоит тащить на себе эту боль. Просто отпусти. Отпусти ее. Отпусти ее. Отпусти и не грусти. Какой же мощняцкий голос со всеми этими переходами. О бог мой, до меня только дошло. Он говорит не о том, чтобы убрать боль от себя. Он хочет взять твою боль. Он хочет принять твою боль на себя. Если мы обратимся к словам этой песни, то он буквально говорит: «Дай мне свой венец. Дай мне свой терновый венец». То есть отдай мне всю боль, которая у тебя внутри. И стань лучше. Стань лучшим вариантом себя. Не знаю, это то, как до меня это дотукало. Если он прав, братва, то напишите нам в комментариях. О боже мой, вот это голосище! Одну минутку. Вот это нежданчик. Как его голосовые связки, горло или что там у него внутри? Как это все не раскосоежилось в щи? Я хз. Он же только что мочканул по самый чик-чирик. Да, он прям вмазал от души в душу. И он это порвал мои ожидания. Да, эта песня просто убойная песня. И он со своим голосом. Видно, что он тот еще мастер, на опыте. О, чувак, да я готов слушать его весь день. Его голос. У него голос, как у ангела. Да и вообще, для меня этот чувак, он как ангел, спустившийся с небес. У парня просто ангельский голос. Напишите нам, что вы думаете. И если вам понравилось видео, то подписываемся на канал, хлопаем лайк и двигаем видос дальше.
Ссылки на Лукаса будут внизу в описании. Зайдите к нему в гости. Спасибо за поддержку. Это был Димаш, The Crown. Всем мира, чуваки. Берегите себя. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Постараюсь за выходные сделать еще один перевод. Всем удачных выходных. Всех люблю. Всех обнял. Не забывайте про мой второй канал. Пока.